Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Не понял поведение девушки. Психологи не занимаются интерпретацией поведения другого человека. Она не свободная девушка, замужем она, пишете вы. И как вы относитесь к тому, что она не свободна? Долго присматривался, наверное, к ней, нравилось всегда, и так получилось, что мы с ней познакомились и начали общаться. Вы здесь, на мой взгляд, демонстрируете свою неуверенность. Вот. В себе. В первую очередь. Вот, как будто бы. Это с одной стороны. С другой стороны, вы демонстрируете страх перед серьезными отношениями, вероятно. Вот. Ну, по одной из гипотез, вот, если человек вот, выбирает изначально несвободного партнера, да, то, а вы выбрали именно его, то вот вы боитесь серьезных отношений. Вот. Но это нужно исследовать, тут возможны варианты. Вы пишете, что так получилось, что мы с ней познакомились и начали общаться. Но это же не случайно. Вы не случайно с ней познакомились, не случайно начали общаться. Вот. То есть, ну, вы пишете, так получилось. То есть, как будто бы ответственность с себя снимаете. Нет. Время от времени она обижалась, что я ее игнорирую. Она хотела, чтобы я отвечал ей мгновенно, у меня не получалось работать слишком много. Это означает, что вы несколько не совпадаете друг с другом. Это означает, что человек вас не понимает, и это означает, что человек вас не слышит. Вот. Мы с ней встречались и общались около года, встречи были редкие, вот, так как она замужем, и только редко могли втайне встречаться. А вас это устраивало? У нас был секс, после она заявила, что я игнорирую ее, я обиделась через пару дней после близости. Ну, вероятно, после секса она ждала какого-то изменения отношения к себе, а этого не произошло. Я ей объяснял, что занят бывает на работе, она не понимает или хочет уже завязать. Возможно, может, ей муж изменял, она хотела ему отомстить за близость со мной, а это из области погадать. Психологи не занимаются гаданием. То, что вы говорите, что ей не понравился секс, это ваша неуверенность в себе и низкая самооценка. Это можно скорректировать. Она включила полный игнор, почему девушки ведут себя таким образом. Вы обобщаете, не все девушки так себя ведут, но в данном случае вы выбрали такую девушку. Что я сделал не так? Опять же. Почему вы решили, что вы сделали что-то не так? Почему вы не допускаете, что это все было просто, ну, планом, например, девочки? Вот. Да, у меня характер мерзкий и противный. Поясните, что вы имеете в виду, что вы называете мерзким и противным в своем характере. И она не отстает ничего. Что вы имеете в виду? Она же вас игнорирует. Как-то получается, что она от вас не отстает. Вот. В целом, вы в данном случае пытаетесь понять девочку. Это тупиковая ветвь. Тупиковый путь. Вам необходимо разобраться в себе, в том, что вы чувствуете к девочке, в том, что как вы относитесь к себе, к тому, что она замужем и так далее. И самое главное, вот что ее манипуляции, да, то есть ее обиды, как она на вас влияет, вы позволяете ей нарушать свои личные границы.
таким образом. Это недопустимо. Всего вам самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, обращать